В эфире Первого Ярославского утреннее телерадиошоу «Первая студия». Японские мужчины пытаются произнести название американского штата. На портале вспомнили об отрывке из японского шоу, в котором мужчины пытаются произнести слово «Массачусетс». Задача участников шоу — не засмеяться во время импровизированных сцен. Получилось у них это или нет, давайте посмотрим прямо сейчас. Не получилось, хочется сказать. Слушайте, может быть, им из русского языка тоже какие-нибудь можно было бы слова предложить. Дима, населенные пункты, Сыктывкар, например. Я бы посмотрел на вас, как вы бы говорили бы эти японские слова и названия. Я думаю, что это было бы тоже смешно. Почему бы и не снять видео и отправить нашим друзьям в Японию? Хорошая идея. Первая студия.